Здравствуйте, в эфире новости АТН. В студии Александр Тихонов. Коротко о главном. Все правительство в Харькове. Что решали на внеочередном заседании Кабинета министров? И рисковать и жизнью, и здоровьем ветеранам, вы знаете, и дать повод экстремистам использовать это, мы категорически против. Мы считаем, что наши ветераны не обидели, они сами предложили это. День Победы без парада и концерта. Как договаривались об отмене массовых мероприятий в Харькове? Один за всех и все за одного! С мушкетерскими лозунгами на акцию в память о погибших в Одессе участники пророссийского митинга собирались блокировать парад военных и техники на площади Свободы, сравнивая подобное чествование ветеранов с фашистскими маршами. Итак, подробности. Сегодня в Харькове состоялось внеочередное заседание Кабинета министров Украины. Арсений Яценюк впервые посетил первую столицу в качестве премьер-министра Украины. С ним также приехал практически весь состав Кабинета министров. Из харьковских вип-чиновников в Доме Советов были главный прокурор области Василий Синчук и начальник милиции Харьковщины Анатолий Дмитриев. Также в зале находился секретарь городского совета Александр Новак, губернатор Игорь Балута и все вице-губернаторы. Все украинское правительство выехало в Харьков. Заседание Кабмина в первой столице началось почти с полуторачасовым опозданием. Арсений Яценюк задержался в Славянске, где общался с военнослужащими, вручал им награды и передал на нужды Нацгвардии 4 новых БТРа. Премьер-министр сосредоточился на политике и экономике. В частности, рассказал, что нужно срочно отправлять обновленный проект Конституции Украины европейским экспертам, а также сообщил хорошую новость. Первый транш МВФ уже на счетах украинского министерства финансов. Мы в рамках нашего диалога должны в найкоротші терміни подати до Венеціанської комісії проект Конституції, навіть якщо там будуть певні відмінності в позиціях різних політичних сил. Нами отриманий перший транш від Міжнародного валютного фонду. Олександр Анатолійович, отримано нами перший транш? Вже зараховані на рахунки Міністерства фінансів, Центрального банку. Тобто це дає нам можливість втримувати ситуацію. Вона все рівно вкрай складна. Что касается экономических вопросов, то Яценюк потребовал от правительства загрузить предприятия Укроборонпрома госзаказами, особенно те, которые находятся на востоке Украины, так как они в основном были ориентированы на рынок России, а та, по словам премьера, продолжает закручивать гайки. Обратившись к харьковскому губернатору Игорю Балуте, Яценюк поинтересовался, сколько еще предприятий, кроме завода Малышева, нуждается в госзаказе. Но губернатор заметно растерялся и не смог сформулировать ответ. Какие еще объекты вы уважаете, кроме завода Малышева? Я почув декілька інфраструктурних речей, там стандартні речі, які вже десятками років не вирішуються. Метрополітен, філармонія. Де ми можемо дати ще людям роботу? Ну, у нас проблема присутня тут. Зараз директор завода імені Малышева. І у них є закази, вони з Казахстаном зараз відпрацьовують ситуацію, але вони потужне підприємство. Я прошу міністра економіки, як людина, яка зараз відповідає за економічний і за промисловий блок, так як у нас зараз одне велике об'єднане міністерство, провести зустрічі з керівництвом заводу Малишева і подати на Кабінет міністрів чітку пропозицію разом з Міністерством оборони з приводу державного замовлення на поточний рік. По словам Яценюка, завод Малышева может обеспечить конкурентную продукцию на рынке и поручил своей команде в 10-дневный срок заняться наполнением портфеля заказов харьковского завода. Яценюк обратился и лично к главному милиционеру Харькова Анатолию Дмитриеву с просьбой ускорить расследование дела о покушении на мэра Геннадия Кернеса. Я прошу вас прискорить расследование справы, встановить винных осіб и притягнути их до відповідальності. А Геннадію Адольфовичу бажаю виздоровлення і його сім'ї всього найкращого. Зрозуміле питання. Ми працюємо над цим дуже плідно разом з Міністерством внутрішніх справ, з їхніми фахівцями. Питання на контролі. Будемо надіятися, що все буде добре. Еще одна новость, которую озвучил в Харькове министр МВД Украины Арсен Аваков. Силы Нацгвардии взяли под контроль ситуацию в Мариуполе и задержали министра обороны так называемой республики. Взята под контроль ситуация в Мариуполе полностью. И параллельно произведен арест так называемого
министра обороны так называемой Донецкой республики Игоря Кокетзянова, который задержан по покушению на убийство и по совершению ряда преступлений. Дальше совещание было закрыто для прессы. Наталья Белокудрия, Владимир Борох, агентство телевидения «Новости». Жизни людей дороже. Не давать повод экстремистам устроить кровопролитие в Харькове договорились власти и общественные организации. Парад и концерт 9 мая отменены. Проводятся только немасштабные акции в районах города. О том, как пройдет этот День Победы, накануне в АГА решали до вечера. Несколько раз переносили начало пресс-конференции. Все никак не могли договориться. Город, по словам директора департамента массовых коммуникаций Евгения Ярошенко, тянул одеяло на себя, отстаивая позицию «за». Были разногласия и среди силовиков и милиции. Рассматривали все возможные варианты – от перенесения чествования ветеранов в оперный театр или дворец спорта до полной отмены мероприятий. К вечеру таки договорились – парада не будет, как и вечернего концерта. А вот возложение цветов на мемориале и высоте Конева в силе. У нас есть убедительные данные о том, что провокация планируется не просто каким-то выходом граждан, которые чем-то недовольны, а эти провокации, возможно, будут связаны с массовыми жертвами. Поэтому нами было принято такое решение. Поддержали инициативу области и представитель ветеранских организаций. Рисковать и жизнью, и здоровьем ветеранов, вы знаете, и дать повод экстремистам использовать это, мы категорически против. Мы считаем, что наши ветераны не обидятся, они сами предложили это. А вот те, кто к войне имеют весьма условное отношение, с таким решением не согласны. День Победы – праздник, обязательный для торжеств. Считаю, что в последний момент объявлять… Ну, во-первых, отменили и футбольный матч на родном стадионе. Это тот же событие, почему-то никто не заметил. А теперь еще и, помимо всего прочего, отменили еще и… парад, к которому долго и готовился Геннадий Адольфович, он хотел в нем участвовать, ну, как всегда. Ну, это не совсем правильно, потому что, допустим, ну, в Луганске, там, Донецке это нельзя, конечно, там и речи не могло быть, но в Харькове могло быть без всякого, потому что все-таки Харьков, ну, более-менее спокойный город. Своеобразный мораторий на массовые собрания ради спокойствия в городе объявила и общественная платформа «Харьковский гражданский форум». Заявление о непроведении акций 8 и 9 мая поддержали около 20 общественных организаций, среди них и евромайдановцы. Харьковский Евромайдан скасовал все потенциальные массовые акции нашего имени на 8 и 9 травня. Причина цього – це достовірна інформація, що на ці дні терористичні сили, які завезені, потенційно будуть завезені ще в Харківську область, планують масові побоїща по типу того, що відбулося в Одесі, в Донецькій, в Луганській області. Привлечь на свою сторону представители гражданского форума пытались и антимайдан. Около 2 часов вели беседу с коммунистами и остатками организации «Восток-Запад». Однако были ли услышаны, сомневаются. Они нам пообещали, что они участвовать в акциях не будут, но это все на словах. То есть не выйти к нам сюда и объявить это от первого лица, не официально подписать заявление, они… Ну, скажем так, воздержались от этого. Единственную акцию, которую планируют провести активисты гражданского форума – раздавать значки со стилизованным изображением красного мака. Присоединившись к всеукраинской акции почтения памяти погибших во Вторую мировую Николы Знову, активисты очень надеются, что этот символ сможет затмить уже изрядно политизированную георгиевскую ленту. К этому значку по желанию. У каждого есть свое чувство понимания, свое чувство традиции празднования Дня Победы. Поэтому вы можете к этому значку прибавить ленточку, одну или две, георгиевскую или украинскую. Потому что это святой день памяти, здесь не может быть никаких маркеров. А вот представители антимайдана от георгиевской ленты не отказываются и даже планируют раздавать ее всем желающим День Победы. Их празднование начнется с возложения цветов на мемориале в 9 утра. После они пройдут шествием до площади, правда, обещают не перекрывать движение, идти по тротуару. Возле Ленина к ним подтянутся и коммунисты, собирающиеся у зеркальной струи. Акцию обещают мирную. Конечно, мирная акция. Мы надеемся на это, потому что если не будет провокации со стороны милиции или СБУ, или каких-то людей, у нас все акции сначала мирные.
Только провокации заставляют людей. Оберегать спокойствие как антимайдана, так и обычных граждан, на все праздники на улице выйдут 5500 правоохранителей. Нести службу они будут в усиленном режиме. Сегодня для участников охраны правопорядка на площади был проведен общий инструктаж. Ну и было подписано наказ для проведения спільного патрулювання Міністерства внутрішніх справ головного нашого управління, а також навчальних закладів системи МВС Збройних сил України для проведення спільного патрулювання на території Харкова та Харківської області. Правоохранители обещают, праздники пройдут без эксцессов. Однако точная программа, несмотря на запрет парада и концерта, пока не ясна. Рабочие на площади продолжают собирать сцену и утверждают, никаких распоряжений к ним не поступало. Оксана Нечипаренко, Инна Степанишина, Антон Калита, агентство телевидения «Новости». Блокировать парад военных и техники на площади Свободы собирались участники пророссийского митинга. Подобное чествование ветеранов антимайдановцы сравнили с фашистскими маршами. Призыв прозвучал еще до того, как чиновники отменили мероприятие как раз во избежание провокаций. Акция в памяти погибших в Одессе была назначена представителями антимайдана накануне на 6 вечера у зеркальной струи. Правда, к этому времени здесь собралось немного людей, в основном спортивного вида, но в большинстве своем без георгиевских ленточек. Организаторы акции с украинскими журналистами, в отличие от российских, отказались общаться и рассказывать, кем инициирована акция и почему ее решили провести именно здесь, в месте, где традиционно проходят свадебные фотосессии. Около получаса руководители собрания митинги вовсе не начинали. В ожидании, как оказалось, немногочисленные колонны, которая шла с площади Свободы с антифашистскими и мушкетерскими лозунгами. Один за всех и все за одного! Один за всех и все за одного! Один за всех! Только после этого участники акции начали массово возлагать цветы и зажигать свечи, развернули плакаты и флаги организации «Оплот», что объяснило наличие спортивных молодчиков. И хотя инициаторы акции неоднократно подчеркивали, что их акция мирная и на ней присутствуют ветераны труда и вооруженных сил, без призывов к активным действиям не обошлось. Также проведение парада и ожидаемое присутствие на нем руководства облгосадминистрации выступающие сравнили с маршем фашистских войск и призвали не допустить военных и технику на площадь. Мы должны стать неприступной стеной и не позволить, чтобы нашу площадь поганила фашистская нечисть. И эта армия, которая сейчас называется карательным подразделением фашистской хунты. Харьков, один за всех и все за одного! Один за всех! Однако несколькими часами позже, именно для того, чтобы не допустить провокаций, чиновники и ветераны отказались от проведения парада. Участники же пророссийского митинга решили каждый вечер на площади Свободы зажигать свечу памяти по погибшим в Одессе. Марина Николаева, Алексей Антонов, агентство телевидения «Новости». Решать экономические проблемы необходимо одновременно с политическими. В Харькове с визитом побывал кандидат в президенты Сергей Тегибко. Визит на ХТЗ, общение с рабочими и местными жителями. Сергей Тегибко уверен, решить экономические проблемы необходимо одновременно с политическими. К харьковчанам обращается напрямую через ведущие местные СМИ. Заявляет, регионам нужно предоставить больше свободы. Это может быть дополнительные полномочия регионам. Нам надо это максимально конкретизировать. Мы это уже можем принять, скажем, как блок в изменения в Конституции, проголосовать за это. Необходимо решить вопрос с русским языком, принять закон о местных референдумах, но главное – это терпимость к противоположным взглядам. Если мы очень радикально будем реагировать на какие-то высказывания друг друга, если мы будем постоянно нагнетать ненависть и конфронтацию, мы будем играть на руку тем, кто извне, и тем, кто внутри, пробует нас разъединить. Урегулировать все конфликты необходимо мирным путем, уверен Тегибко. Татьяна Дотяк, Владимир Борох, агентство телевидения «Новости». В эфире «Новости АТН» и далее в региональном выпуске. Это может быть элемент информационной або психологической войны, с будь-якого боку. Как с боку патриотов, так и с боку сепаратистов, так и с боку России, просто чтобы налякать, ну, іншу сторону. Черные человечки – миф или реальность? Пророссийские активисты всерьез обсуждают неких боевиков в черной одежде, которые якобы отлавливают в Харькове сепаратистов. Я очень был раненый, очень даже. Те, которые из Харькова выехали, нас 3 человека живых осталось.
Есть ли у заключенных мысли о бунте, боятся ли они войны? В 18-й исправительной колонии ко Дню Победы провели концерт с участием ветеранов Великой Отечественной и осужденных. Я бы очень хотел построить машину времени и побывать в СССР, потому что считаю, что современный Харьков не очень хороший, чем был прошлый. Раритетные фото, шахматные доски, боевая техника времен войны и праздничный концерт. Ветеранов поздравляли сегодня на аллее улицы 23 августа. Подробности в региональном выпуске через несколько секунд. Тільки з 16 та 17 травня в ТРЦ «Дафі» відбудеться шопінг-марафон. З 10 ранку до 10 вечора прийди і придбай одяг, взуття та аксесуари колекції «Весна-літо-2014» від модних торгових марок зі знижками вперше у Харкові. Під час шопінг-марафону працюють станції «Підшопу». Підкріпитися під час шопінг-марафону можна також зі знижками. Нудьгою? Не майся, шопінгом займайся. ТРЦ «Дафі» – метро героїв праці. Так сейчас выглядит вещание телекомпании АТН. 8 апреля в АТН ворвались бандиты. Они разгромили аппаратуру, нанеся ущерб на 1 000 000 гривен. Ребята, все это не наше помещение, я не знаю. АТН пытается возобновить вещание и просит о помощи всех, кто ждет честных новостей. Помоги АТН, реализуй свое право на информацию. Черные человечки – миф или реальность? Пророссийские активисты всерьез обсуждают неких боевиков в черной одежде, которые отлавливают сепаратистов, а поводом для паники стало видео, выложенное в интернете, где некие люди в форме грозятся уничтожить сепаратистов на Харьковщине. За несколько дней оно собрало более 500 000 просмотров. Однако и правоохранители, и лидеры как евромайдановского движения, так и антимайдановского считают ролик провокацией, вброшенной для сеяния вражды и паники среди населения. С сегодняшнего дня на Харьковщине начали пропадать сепаратистские активисты. И они будут пропадать. Скоро они пропадут вообще. На каждого зеленого человечка найдется целое подразделение черных человечков. Это видео напугало антимайдановцев и посеяло панику в рядах сепаратистов. Судя по дате, видео выложили в YouTube 1 мая. За несколько дней 500 000 просмотров. На последнем митинге пророссийские активисты всерьез заявляют о деятельности в Харькове некой карательной банды в черной одежде, которая может активизироваться во время празднования Дня Победы. Все гарантия, что выехав за пределы площади, на нее... На эту технику усядутся чернорубашечники и будут автоматными очередями уничтожать мирных граждан. Черных человечков якобы даже видели на Салтовке в районе поселка Высокий. Все в черном, в балаклавах, с автоматами Калашников, заявляет активистка антимайдана Елена Корчинская. Об этом, говорит, ей сообщали местные жители. Однако ни фото, ни видео доказательств этому пока нет. Впрочем, сама Корчинская уверена, видео распространено лишь для того, чтобы сеять панику среди людей. Никто не пропадал с антимайдана. У нас с нашего антимайдана только посадили людей. То есть все люди, которых нет с нами, они сейчас находятся за решеткой. И вот эти вот все показы по интернету, это, по-моему, для большого количества обывателей, которые это смотрят, боятся, сеют панику друг между другом. Это только для простых людей. Это их пугает. От пророссийских организаций действительно не поступало заявлений о пропаже их активистов, подтвердили в Центре общественных связей Главного управления милиции области. Почти уверена в том, что этот ролик создан то ли диванными революционерами, то ли шутниками для запугивания, и активистка Евромайдана Наталка Зубар. Треба судити не по постановочным роликам с дивным особливо звуком, бо украинские вот такие вот радикальные группы разговаривают украинской мовою, на российской, как правило. Улыбаются их юношеские капустники, и то были сделаны более профессионально. Это может быть элемент информационной або психологической войны, с будь-якого боку.
як з боку патріотів, так і з боку сепаратистів, так і з боку Росії, просто щоб налякати, ну, іншу сторону. На форумах мнення розділилися. Одні вважають це фейком, другі вірять в карателей і причисляють в ці групи професіональних охранників. Мол, харківський бізнесмен Олександр Давтян навіть пожертвував для них собственне охранне агентство. Бред, бред. А можна спросити, а за все это время в Харькове отловили кого-нибудь эти черные человечки? Ну вот, вы знаете, у меня такое впечатление, что это какой-то миф, точно такой, как и правый сектор. Вот он вроде как существует, только никто его не видел, фантом. Точно так эти черные человечки, где они? Через благотворительный фонд Давтян инициировал сбор средств для оперативной роты «Харьков-2» ОМВД Украины области. Там нет людей с улицы, говорит Давтян. В эту роту входят как бывшие, так и нынешние милиционеры, готовые встать на защиту города от бандитизма и насилия, выросшего в городе на фоне политических событий. Правоохранителям нужны бронежилеты, каски, другое обмундирование, топливо. Деньги на счет поступают пока неактивно. Татьяна Дотяк, Владимир Борох, агентство телевидения «Новости». В 18-й исправительной колонии провели торжественное мероприятие ко Дню Победы. Началось все с возложения цветов на мемориале, посвященном известному харьковскому медику Александру Мещанинову, который во время войны спасал жизни в концлагерях, а продолжилось концертом с участием ветеранов Великой Отечественной войны и осужденных. Сегодня в исправительной колонии номер 18 для осужденных звучат песни о войне и любви к родине. Валерий отбывает свой срок уже почти 3 года, и все это время он участвует в самодеятельности. Поет, играет на музыкальных инструментах и даже пишет стихи, которых в его блокноте уже более 200. Валерий уверяет, воевали его деды и прадеды, поэтому обо всех событиях военного времени он знает не из книг и фильмов. И тот, кто слушает, тоже через песни, через музыку, через исполнение принимает эти чувства, чувства радости в данный момент, хотя будем говорить, что сейчас, как в песне сказано, радость со слезами на глазах, потому что это лихолетие, это война, это, ну, коснулось каждой семьи, каждого человека, и это праздник со слезами на глазах, действительно. Рассказать о том, как жилось в те неспокойные года, и поздравить всех с праздником сюда пришел ветеран Великой Отечественной войны Андрей Глущенко. В этой колонии он проработал 65 лет, был водителем и механиком в гараже, поэтому и приходит каждый год. Говорит, что осужденные всегда слушают его рассказы внимательно. Андрей Максимович попал на фронт еще молодым парнем. Чудом спасся от смерти, и вот уже через месяц будет праздновать юбилей – 90 лет. Я очень был раненый, очень даже. Те, которые из Харькова выехали, нас 3 человека живых осталось. А то мы только туда приехали, разгрузились с эшелона. И нас у всех накрыло. На торжественные мероприятия по случаю Дня Победы в актовом зале собралось около 500 человек. Всего заключенных здесь чуть более 1000. Однако не все смогли прийти из-за того, что в это время в разгаре первая трудовая смена. В колонии постоянно проводятся патриотические мероприятия и беседы, говорит начальник государственной пенитенциарной службы в Харькове Александр Кирикушенко. Однако больше всего мужчин впечатляют именно выступления участников боевых действий, потому что рассказ от первого лица всегда более подробный и эмоциональный. Одно выступление ветерана заменит десятки выступлений даже молодых, а может даже и опытных сотрудников. Знаете, когда человек заходит в любой зал, и я так себя чувствую, когда он заходит, и у него вся грудь в орденах и медалях, только невоспитанный человек не встанет и не отдаст ему свою честь и, ну, ту память, которую он заслужит. Помимо давних событий, отбывающие наказания интересуются и современными событиями в стране. О каких-либо бунтах или восстаниях на политической почве здесь даже не думают. А вот войны боятся, говорят в колонии. Всегда, когда трудно, вот эта категория, она совсем по-другому себя ведет. Они консолидируются, но они консолидируются не вокруг отрицательного момента, а наоборот, вокруг положительного. И им не надо по 100 раз повторять, как некоторым нашим гражданам.
В данной колонии находятся осужденные за тяжкие и особо тяжкие преступления в возрасте от 18 лет. Из всех тех, кто отбывает здесь срок по различным статьям, свидетелей Великой Отечественной войны практически не осталось. По словам Александра Крикушенко, даже то небольшое количество ветеранов, которые участвовали во всех событиях тех лет лично, еще перед праздниками были освобождены по амнистии. Лариса Говина, Алексей Антонов, агентство телевидения «Новости». Раритетные фотографии, шахматные доски, боевая техника времен войны и праздничный концерт. Сегодня на аллее 23 августа также поздравляли ветеранов с Днем Победы. Празднование Дня Победы в Харькове впервые обойдется без массовых шествий и парадов. Такое решение в мэрии объяснили возможными провокациями. Но пенсионеры, кажется, готовы рискнуть жизнями. Уверяют, Харьков спокойный город, а отменять парад – варварство. Ну, это не совсем правильно, потому что, допустим, ну, Луганский, там, Донецкий – это нельзя, конечно, там и речи не могло быть. Но в Харькове могло быть без всякого, потому что все-таки Харьков, ну, более-менее спокойный город. Сегодня Виктор пришел в сквер на 23 августа полюбоваться фотовыставкой из истории Харькова. Здесь представлена большая коллекция раритетных фотографий. Обновленные улицы, соборы, аэропорт и площадь Конституции вошли в современную фотоподборку. Равнодушными не остались и самые маленькие гости. Я бы очень хотела построить машину времени и побывать в СССР, потому что считаю, что современный Харьков не очень хороший, чем был прошлый. На той же аллее разместились шахматные доски. Юные игроки вместе с ветеранами соревновались против призера рапид-турнира по шахматам Евгения Однороженко. Международный мастер признается, с детьми в таком формате общаться сложнее, а игра ему нравится, хотя соображать приходится очень быстро. Распылять свое внимание на 20 партий очень тяжело. Надо, ну, там, подходить и на каждую партию хотя бы секунд 10 вникать. Это тратится время, тратятся силы, в голове наконец начинает все путаться рано или поздно. В преддверии праздника к памятнику воину-освободителю возложили цветы, а члены клуба «Самоход» представили боевую технику военных лет. Боевой мотоцикл, командирский автомобиль, бронеавтомобиль. Последняя машина сегодня работала еще и как передвижная радиостанция, транслировала песни военных лет. Гордость клуба – мотоцикл М-72. Его делали с 41 по 54 годы. В продажу они не поступали. На полном ходу, все в оригинале. Он так и комплектовался вот этим пулеметом ДП-27. То есть вот так, как он был, так он и есть. Мальчишки с восторгом рассматривали мотоциклы и машины, а девочки в это время соревновались за лучший рисунок на асфальте для ветеранов. Мы рисуем рисунки поздравления ветеранам под памятником неизвестному солдату. У меня дедушка воевал на войне, и я ему рисую рисунок. Голубь символизирует свободу, как бы победу. Творческие коллективы города подготовили для ветеранов и праздничный концерт. Инна Степанишина, Антон Калита, агентство телевидения «Новости». Вы смотрели новости АТН. Больше сообщений на нашем сайте atn.ua. В студии работал Александр Тихонов. До свидания. Так сейчас выглядит вещание телекомпании АТН. 8 апреля в АТН ворвались бандиты. Они разгромили аппаратуру, нанеся ущерб на 1 000 000 гривен. Ребята, все это не наше помещение, я не знаю. АТН пытается возобновить вещание и просит о помощи всех, кто ждет честных новостей. Помоги АТН. Реализуй свое право на информацию.